Дедушка Отморозок, сделайте так, чтобы в 22-м году Warface разрабатывали не Алодусы. А хрен тебе! Ты меня Отморозком назвал, вот теперь сам с ними и разбирайся. Приветствую вас, леди и джентльмены, други и подруги. С вами Ракутаген, капитан Очевидность. И, собственно говоря, да, пришло время подвести итоги 2021-го и вступить и пожелать на 2022-й. По итогам у нас все глубоко и надежно. Прежде всего, конечно же, о Warface, лучшей игре на свете от Mail.ru по версии Mail.ru. Сменились у нас разработчики. Появилась система модификаций. Серверы игры объединили и завезли очень много доната. К сожалению, как вы можете понять, из всех этих новостей значимых хороша только одна. Новые разработчики. Нет, не разработчики и не система модификаций. Донат. Да. К сожалению, вынужден признать, несмотря на Новый год, на настроение новогоднее, на весь этот позитив, что царит вокруг, что Warface таки уже не тот. Ибо врать глупо. Онлайн тоже не самый сочный. Все-таки плюс-минус около 60 тысяч в Новый год. Это, извините меня, да, совсем не то пальто, ведь раньше в новогодние праздники нас набегало так от 120 до 150, а тогда было бы в одно время-то и побольше. В 2017-м так больше 200 тысяч, представьте себе. В общем, на этой позитивной ноте, скажем честно, мы все просрали и отсосали. Зато, возможно, новые разработчики сделают РМ на мясорубке, как ты и хотел, Ракутаген. Дорогой друг, наши новые разработчики не могут завести нам новогодний полигон. О каком РМе на мясорубке ты вообще говоришь? Да, друзья, 22-й год. Вопрос, что же ждет Warface? Скажу вам лишь одно слово. И, собственно говоря, она отразит, наверное, 90% развития Warface в 2022 году. У меня сомнений нет. И слово это, друзья, кастом. Макмиллан кастом. Юсас кастом. Катана кастом. И, конечно же, Warface кастом. Опять же, несмотря на весь новогодний позитив, скажу вам честно, бомбончик улетел. Да, скажу честно, без всяких вот этих, как на духу. Ничего от Warface в новом 2022 году я уже не жду. А что я жду по-настоящему? Так это новую игру от Михаила Хаймзона от студии Pixagon Games или же Shatterline от Fraglab и Wargaming. А что будет там на самом деле и будет ли что-то из этого вообще хорошо? Посмотрим. Но так или иначе, разве это, друзья, самое главное? Самое главное это чтобы вам, мне, всем нам приносило удовольствие то, что мы делаем. Если вам нравится Warface Custom, то почему бы и нет? Играйте в него, получайте удовольствие, наслаждайтесь. Ведь это самое главное, делать то, что тебе нравится. Чтобы твоя жизнь была полна каких-нибудь красок. Коричневых красок. Не коричневых, Кэп. Хотя, ну, Warface, может быть, кому-то нравится, почему бы и нет. Продолжаем наши позитивные итоги. Какие планы у тебя на 2022 год? О, это интересно. Действительно, планы армии Нагиба, что нас ждет, так сказать, в новом 2022. Это вопрос, друг мой хороший. И знаете, друзья, я не буду, как бы, по старой своей доброй, недоброй, точнее, традиции, обещать, там, строить наполеоновских планов. Я вам скажу только одно. Мы будем продолжать. Сталкер, Dying Light 2, Сталкер 2 и другие интересные проекты будут появляться, конечно же, на втором канале, который активно развивается. На нем уже более 60 тысяч подписчиков. Ссылка в описании на него есть. И присоединяйтесь, кто не в курсе, кто еще не пробовал, не заходил. Возможно, вам это очень понравится. И, кстати, да, новый сетевой проект, который я, возможно, возьму на постоянную основу, он тоже будет сниматься 99% именно на втором канале. Будем стараться все так же сохранять душевную атмосферу. Мы с Кэпом будем для вас все это творить.
Кэп будет юморить неумно, тупо, глупо. Как ты. Да, как я. И все будет замечательно. Я думаю, что это позволит многим из вас приятно скоротать время, провести много вечеров лампово и уютно с стаканчиком, чашечкой молочного улуна, душевно проводя время и получая определенное удовольствие и, как нынче говорят, experience. В общем, Дедушка Мороз Рокутагин будет для вас стараться. А еще Дедушка Мороз Рокутагин желает, чтобы ваши цели, ваши мечты были достигнуты в 2022. А для этого я предлагаю вам выбрать те цели, которые вам по-настоящему интересны. Вот то, что вы действительно хотите делать. То, где у вас есть азарт, рвение, есть интерес. И тогда, я думаю, все у вас обязательно получится. И никак иначе. И, конечно же, желаю я вам самого главного на свете. Счастья, здоровья и любви. С новым вас 2022 годом!